Всем снова привет. Это, скажем так, сиквел к моему тому ролику. Рассказали мне немножко вкратце за палату костей. Даже выпить не дают. Я у пьяницы спрашивал, ничего вразумительного не сказал. В общем, сама палата костей, как и сам квест, что проходит у тебя болит? Именно на 6-м уровне спуска вот этого. И не ниже, и не выше. Здравствуй, друг мой. Плюс еще я прослышал, что кузнец Гризвольд даже может выдать какой-то квест. Я могу тебе помочь. По поводу чего-то там. Так. Я просто корова. И все? Вниз катакомбы. Так, это что такое? Я помню, находил я это. Какая-то могила огромная. Что с ней делать? Вообще без понятия. В общем, мне нужен 6-й уровень. Вниз деревню. Вверх на 4-й уровень. А я на 5-м. Так, неплохо. А 6-й где? 6-й там. Все, идем туда. Я хочу сделать квесты, какие только возможно. Я спрашивал там. Мне немного так ответ дали. Я попробую его сделать. Так, спускаемся. 6-й уровень. Здесь, по идее, где... Открытый ящик? Да, открытый. Где была книжка, в которой говорилось про ту самую палату костей. Есть скрытый проход в стену куда-то. Я сейчас буду искать эту книжку, я не помню, где она. То есть там надо будет даже дергать за какие-то рычаги. Зелье маны там лежало, ладно. Будем искать сейчас. Будем искать. Надо там зачистить эту палату. Сказали, что там много скелетов каких-то. А, подожди. А это куда? В палатах костей? Так вот это куда? Вот она, то есть где? Видимо, здесь оно открылось, а я, не обратив внимания, ушел. Давай зайдем. Вот оно как. Да? Посох защиты. Ух ты. Ух ты. Но я этих чуваков уже перебиваю. Я немножечко подкачался, видимо, на пару уровней выше их. Посох защиты неплохо. Что он дает? Интересно. Так, незрим. Он даже по мне попадает не часто. Это хорошо. А, здравствуй. Помню таких. С удара убил. Руна молнии. Заодно покачаемся и пофармим эту палату. Никогда я тут не был, не знаю, что тут меня дальше ждет. Шла речь про скелетов, но и все. Но я вижу, тут не только скелеты. А нет, с одного, с двух раз. Это что? Сдвинул рычаг. Что-то произошло. А, ну, видимо, проход открылся. Еще куда-то. Что такое там? Тут плитка такая, текстура, там что-то другое. Так, меня сверху попарно встречают. Там те же самые были враги. Угу. Так, еще открыл. Где ты? На, держи. На восьмерочку выпиваем. Проходим. Здесь широкий меч. Взяла широкий меч, кинжал и посох выхода.
и все магические вещи синенькие. А, подожди, тут еще что-то есть. Посох защиты, кинжал давай сюда. Руна молнии. Я лучше сохранюсь. Я не знаю, что там. Опа. Иммунитет к магии. Но магия не молния, как здесь. Кинжал. Мантия. Длинный боевой лук. Выкинем его. Охренеть. 1.10, какой лук. Свиток портала в город есть. Все, если что, отсюда я выйду. Так. Хорошо. Так, подожди, подожди, давай, давай. Ставь, ставь, ставь. Не хватает. Иди нахер. Я так сделаю. Пошло все нахрен. Тихо, 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 тихо. Сила, сила, сила. Живучесть, давай еще полтинник. Вот эти стенки я жду, пока сойдут. Смотри, хитрый скелет не идет через это. А. У меня еще банка есть. Вот так хорошо, все. Я уверен сейчас, что там они все выгорели. Но вот я не уверен, что я смогу все поднять, потому что полный инвентарь уже. Давай эту баночку сюда снесем. Пусть будет, пусть все прогорит. Я, наверное, сделаю так. Монеты, монеты. Стёганы кожаные. Я не могу нести больше. Жилет, но цеп. Некуда положить. Ну, твою мать. Так, и... А, подожди, там еще дальше проход есть. Сейчас. Тогда все. Тогда идем в город. Я не хочу просто ничего выпускать. Деньги тут тоже все решают. Многое. То есть такие цены тут за 60 чем-то тысяч мне Гризвольд пытался продать какую-то там фигню. Так, кстати, по идентификации. Повреждение 1-4. Случайно от 0 до 500% повреждения. Шутовской кинжал. Но он ненадежен. 15 к силе, лук власти. Долгий срок. Увеличен. Вон срок 129. Просто меч. Надолго, очень надолго. Защита от всего. Так, хорошо. Угу. Ну, хорошо, да. Все на продажу. Кинжал 345. Меч. Лук власти хорошо уходит. По хорошей цене. Чинить. Посох. Он хочет почти 1000 за починку. Пошел-ка ты нафиг. Вот это все я продам ведьмочке. Так я и не понял, что это за херня там. Шар какой-то. Я чую душу в поисках ответов. 2000. Отлично. Руна молнии. Ого. Это вот, кстати, проблема. Золото постепенно начинает инвентарь вытеснять. Куда его девать? Фиг его знает. Ну, был бы тут ящик. Я помню во втором Диабло ящик. То есть, скидываешь деньги, да и все, проблем ноль. Так, заходим. Продолжаем по этой палате хождения. Стёганый жилет, цеп. Так, цеп. Стёганый кожаный жилет. Сам по себе весьма неплохой. Уже 15.
2, не, ну, конечно, да. Цепь 2.12. Вот такие цепи интересные. Давай зайдем дальше. Или не будет дальше ничего. А, нет, будет что-то. А этот хитрый самый чувак. Вот смотри, они берут и обходят в наглую стенки. Свиток поиска. Какого поиска? Давай сделаем его. Что ты будешь мне искать? Что-то я упустил или нет, или как он? Не вкупаю, как он просто работает вообще. Что это было? Что это было за звук? Блин, игрушки, херово тучу лет, а тут так все реализовано круто. Какие-то вот эти милые анимации, они более реалистично выглядят, что ли. Древняя книга. Ты обрел тайное знание. Это что? Ага. Тайное знание? Магию, что ли? Охранник. Класс магии, вред 10-20, мана 37. Эта штука дамажит. Давай проверим. Вот так вот, да? То есть... Ух ты. Ух ты. Ага. Да. Ничего себе. Это вот так палата костей. Да и защитник, нафиг мне эти молнии тогда. Ставишь вот такую голову. Прям в комнату чувакам две штуки поставил и все. Все, я с палатой, мне кажется, закончил свой разговор. Так, теперь тогда сюда надо, в эти комнаты крайние. Чтобы отсюда уйти и пойти на 7-й этаж. Я прознал, что там комната слепых, а это не комната, это не палата костей. То есть это еще какой-то квест отдельный. Нисноурун 7, да. Так. И тут комната восьмиобразная или как-то так. Вот, книга слепых. Прочитав ее... Я помню, думал, что за тьмой, то есть ты увидишь там, короче, что-то там. И вот эта восьмиобразная комната. Я смотрел на видео, смотрел, вот восьмерка, очертания очень хорошие. Дырка раз, дырка два, контуры и двери. В этих дверях были желтые такие гады, я помню, их поубивал. Вот. И там должно выпало быть... То есть выпасть с них либо кольцо, либо, как я понял, амулет какой-то уникальный, опять же. Вот где? Надо вот его найти. Где-то он, видимо, лежит. Или я его поднимал и продал уже в спешке. Или он на мне. Сейчас посмотрим. Нет, это кольцо я давно домутил. Амулет зрения. Вот. Вот, возможно, этот я здесь где-то и нашел. Нет у меня свитка поиска или что там. То есть никакой дополнительной тут двери не откроется, типа палаты костей, но тут уникальное колечко или амулет есть. Угу. Вот не видно, не подсвечивается. То есть я в Diablo 2, помню, играл, там кнопку Alt нажимаешь, и тебе видно, то есть что там. Ладно, пусть будет, хрен с ним, с этим квестом, и фиг на него, на это кольцо, будет и лучше кольца. Я, в принципе, не жалуюсь на те, какие у меня сейчас есть. Предлагаю сделать так.
Вниз на уровень 8. Я его тоже, по-моему, прошел. Да, трупы. Вот только где вниз на уровень 9. Вот там, не там. Сейчас проверим вот эту. А, палата. Плата за грехи воина. Я помню, читал ту книгу. Спустился и до сюда я дошел тот раз. Все, мы нагнали. В общем, я нагнал момент этот. Уровень 9. Новая локация, новый дизайн уровня, но, соответственно, новые какие-то мобы будут. Угу. Будем смотреть, искать, что тут есть интересного. Тут уже они будут мне по уровню, мне кажется. Ну да. И, наверное, даже... Ох ты! Вот эти сильнее. Тыля, они разгоняются и пытаются сбить меня. 54 монет. Опасны. Грязи лис. Оригинально. Рогатый демон. Какой-то из них посильнее слегка будет. Давай такую одну, наверное. Хотя нет, я могу еще одного этого поставить, стражника. Такую баночку выпить. Я его туда поставлю, пусть занимается. Да. Не представляю, что тут можно вытворять магом. Не представляю. Не дай бог у него такое заклинание, куча маны. Это просто будет жесть. Он просто будет заставлять весь вот идти прям и ставить вот этих вот защитников. Что такое? Кто? Ну, они, в принципе, не... Грибница. Я не могу использовать это пока. Пока. Что за грибница? Что за херня? Непонятно, что грибы растут, там, произрастают. Надо эту локацию запомнить. То есть, практически угол... Поворот это самое. Нагрудник. Он упал, как будто там брусок такой вывалился. Так, ну за этих демонов... Опыта хорошо должны валить. Но они довольно неплохо пробивают. И двери они открывают тоже. Да, еще бы, блин, не косарылил-то. Нагрудник 24 уже. Стандартный стоковый нагрудник. Неплохо. У меня броня уникальная 25. Значит, дальше будет еще веселее. Попади ты, ёшкин матрёшкин. А, херушки тебе не попал, да? Надо уворачиваться от их вот этих набегов. Они дают микростан. То есть он попадает по мне, все, она раз такая потерянная. И он... Подожди, а чё, нет? Там ещё босс, что ли, был? Роба. Роба, по-моему, она такая красная или белая. Раз, два... На. Не, неплохо, в принципе, она справляется. Я бы не сказал, что она проседает. По дамагу. Неплохо. Роба. 7 броня. Вон сколько он отнял за один удар. Охереть можно, еще и откинул ее. Да. Дела. Маны нету. Да, маг тут с огромным запасом маны просто может такие вещи мутить. Я, блин, когда-нибудь перепройду, наверное, если пройду в этот раз ее за мага. Блин, я люблю магию, колдовство всякое разное. Полная книга заклинаний всяких разных. Куча маны. Да тут они бедные будут. Реально будут бедные.
Но один нюанс есть. У них... Если у них есть какой-то иммунитет, сопротивление, как вон я видел, кого-то бьет молния. Все-таки громкий. Кого-то молния бьет, кого-то там не бьет она. Это проблема. Занимайся. Хитрый в обход пошли. Короткий боевой лук. Некуда положить. Сука. Попался таки. Подлюк. Так. Не попал. Да, там босс идет. Ну и конечно же свита. Он еще... Вон. Блин, сильно-то много. Подожди, подожди. Она не может выйти вообще, ничего сделать. Ни хрена себе. Придется загружать. Что делать? Придется загружать. Так, придется загружать. И, наверное, теперь я знаю, что там ждет. Свиток лечения есть, но толку. Что за грибница? Мне она покоя не дает конкретно. Нафиг она там нужна? Я с ней могу взаимодействовать, в то же время нет. Вот это интересно. Что у тебя болит? Так, ты как всегда ничего не скажешь. Банки только такие берем. Деньги сейчас пока, слава богу, позволяют. Могу тебе помочь. Жилет, стеган, нагрудник. 700 стоит, очень хорошо он продается. Цеп, роба, масло тоже забирай. Чинимся. Вот что-то на голову бы. Лук пробивания. Бирюзовый щит. Угу. Золото амулет. Золотой меч гиганта. Шанс попадения 23, 19 к силе. Каска чар, 20 к магии. Ну нет. Броня звезд. Вот, кстати, тут у него товары-то не обновились. Ах ты, гаденыш. Свиток лечения. Приветствую тебя. Добро пожаловать в таверну Восход. Привет, привет. Добрый день. Чем я могу служить? Никто ничего не говорит. Что за грибница, блин? Фиг его знает. Не вкупаю. Я чую душу в поисках ответов. Цветок лечения 12. Дайте это нафиг, я лучше вылечусь им. Зелье полной маны 3 штуки. Портала в город. Выпиваем. Свиток лечения, лучше им излечусь. Ах вы ж уроды. Забили, да? Бабу, блин, хлипкую. Ну ничего. Ничего, ничего. Иди. Так, не очень выгодно стою я. Вот типа того мне надо сделать будет в сражении. Умри. С этим боссом. Так, дверь открылась. Свиток лечения. Как он хорошо отхилил ее. Вообще прекрасно. Ящик. Вот эта штука. А, вон он ходит среди них. Так, их дамажит. Прям там. Ух ты, блин. Так, стопэ. Еще раз. Вот и хорошо. Вот так. Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Уходим, 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 уходим. Кастолом. Ну вот мы с тобой вышли один на один. Кольчуга.
крепкий ублюдок и сильный оказался. На него всю мана ушла, но у него приспешники, они здоровые, выносливые все. И жизни хорошо снимают. Эх же ты, собака-то вонючая. Давай посмотрим, что это. Кольчуга чар, броня 20, к магии. Неплохо, долгий срок. Вот эту штуку берем, только ее. А всего-то они здесь что делали? Прятались они тут за этой. Фолиант. Интересно. Ну давай, беги. Беги. Нет? Да, это походу... Да упади же ты, плащ. Это походу этаж вот этих демонов. Плащ. От этого ничего не изменилось. Ну и что же мне с тобой делать-то? Так, понятно. Такой звук я запомнил хорошо. Это... Короткий боевой лук возьмем. Это кто-то откуда-то вышел. Давай-ка сделаем вот так. Сбегаю. Узнаю, что это за фолиант. Продамся. Броня 3, защита от магии 25, 40. Ну, хуйня, короче. За фолиант, кто мне что скажет? Друг мой, послушай мои рассказы. Что у тебя болит? Ох, тебе лучше не знать. Поговорить. Фолиант, может это магичка-то? Привет, ведьма. Добро пожаловать в таверну Восход. Расскажет мне. Короткий лук продать. Кольчуга чар. 3400, офигеть. Продать. Чинить. Вот как они. Смотрите, как они разбили броню. 756. Охренеть можно. Не пойму, что с тобой делать. Отнесу сейчас я его этой. Адри, ведьмочке. Может, она свет прольет. Что у нас тут? О! Интересно. Похоже, это книга о составлении зелий. Вот что. Надо найти черный гриб. Он должен быть очень большим, и его будет легко распознать. Если найдешь, принеси его мне. А вот теперь все... Именно черный гриб мне и нужен. Я чую... Я понял, что тебе нужен черный гриб. Дай мне купить у тебя свиток. Быстро бежим за грибом. Я... Все теперь понятно. Грибница там по дороге была. Его забираем. К ней же крутим. Вот она, блин, попадает в подземелье, и все, и у нее раз и ступор, она еле ходить начинает. Почему она не может так, как в городе ходить, я не понимаю. Что мешает, блин? Ну, не видишь ты противников, давай сбегай, пробегись. Все. Где-то грибница, а вот она. Пож... Ого, вот это грибочек. И не говори, пожалуйста. Грибочек мы забрали. Нихера себе там грибочек в натуре. Его хватит на суп. Так, пожарить его с мясом, например, с чем-нибудь сделать. Хорош грибок, да. Так, держи. Да, это прекрасно подойдет для моего нового зелья. Кстати, лекарю нужны мозги какого-то демона, чтобы лечить больных, которые отравлены ядом этой твари. Я думаю, как. Что он хочет приготовить какой-то эликсир. Если ты раздобудешь для него мозги демона, то постарайся принести мне немного этого эликсира. Мозги демона. Я чую душу в поисках ответов. Принеси мне немного. Ну, какого именно демона, я не знаю. В принципе, мы сейчас демонов убиваем, рогатых. Вот, я сейчас подойду к лекарю, пообщаюсь. Может, он что-то расскажет интересное. Что у тебя болит? Черный гриб. Адрия сказала, что ты ищешь мозги демона, чтобы помочь мне сделать мой эликсир. Так и есть. Это будет прекрасное лекарство для многих людей, раненых теми грязными тварями, если только мне удастся разгадать секрет его приготовления.
если ты сможешь взять мозги демона, когда убьешь его, то принеси их мне. Я буду очень благодарен. Ну вот, за мозги уже два человека говорят. Приветствую тебя. Кому из них приносить? Да, наверное, принесу сначала лекарю, потом ей. Остатки мозгов или что там. Но для начала надо найти демона. Какого-нибудь, убить его, посмотреть, какие мозги именно. Может, какой-то особенный демон нужен. Тут я прохожу. Побьемся. Кувалда. Кувалда, нифига себе. 107 монет. Мозги, пожалуйста. Или, да, мозги. Кувалда, я не могу, 55 силы. Так, хорошо. Мозги найдены. Как все стремительно стало развиваться-то, а? Отлично. Это то, что мне нужно. О. Правда, я и так уже сделал этот эликсир. Но они пригодятся для изучения. Отнеси их, пожалуйста, Адрии. Я думаю, они ей могут понадобиться. Ну, хорошо. Что у тебя болит? Спектрал эликсир какой-то. Ладно, чё? Сейф. Здравствуй, друг мой. Эй, я могу тебе, если даже у Адрии этого нету, то держу пари, что это очень большая редкость. Ничем не могу тебе помочь. Скажу только, что это должно быть большой, огромный, здоровенный, гигантский гриб. Ну, желаю удачной охоты. Благодарю. На тебе за это кувалда. Могу тебе помочь. 225, неплохо. Давай, давай. Что? Теперь ты приносишь мне эликсир Пепина? Я и сама уже смогла изготовить такой эликсир. Можешь оставить его себе. Я чую душу в поисках. Подожди, ответа. Подожди, что мне с ним делать? А ну, выпить его можно? Да, я его выпил. Мана поднялась, видел. Наверное, жизнь тоже поднялась. 130. Ну что ж, ладно. Я чую душу в поисках ответов. Могу предположить, что это баф. Типа бафа на, ну, я так понял, на ману, на хп. То есть общее значение она мне увеличила. И все. Сейф. Сейчас дело по традиции опрос жителей. Даже выпить не дают. Ты вообще, наверное, за грипп ничего? Ну да, конечно. Так, еще раз. Что у тебя болит? А что у тебя, кроме банок, можно уже купить? Болит? Зелье лечения, зелье полного здоровья. Зелье восстановления, зелье полного обновления. Свиток лечения. Вот эти банки по 600, конечно, очень крутые. Я их пил, вот эти желтые, желтые баночки. Мой, послушай мои рассказы. Приветствую тебя. Добро пожаловать в таверну Восход. Эй, я могу тебе помочь. Охренеть, двоих-троих демонов убил, уже поломка, блин. Ну чё, пока квеста никто ничего не дает. Ладно. Тогда двигаемся дальше. Это что такое? В деревню? Офигеть. На, держи удар. Чё-то эликсир магии? Увеличить магию. Не понял. Мана навсегда мне увеличила, походу. Но если да, то это вообще крутой очень эликсир. Я
Очень мне понравились такие эликсиры. Хочу, чтобы еще они попадались. Офигенно, офигенно все. Ну все мне так дают неспроста. По-любому какая-то задница впереди. Так халявы не бывает. Вот так вот, открыто. Я уже 3 смог. Ух ты, стой. Я смог поставить за прокаст, получается, 3 гада. Пить только такие банки смысл имеет сейчас. Ну, благо, деньги уже появились, и можно как-то себе позволить их. Умри. Она, когда я приходил, пришел сюда, она говорит, типа, тут жарко. Ну, такие реки из лавы. Не мудрено. Было 88. Так и осталось. Походу, мне, да, навсегда оно увеличило. Так, я пришел... Вверх на уровень 8. Да, все-таки я пришел отсюда. Вроде зачищен этаж. Вниз на уровень 10. Так, так, уроды опять с кислотой. Также с двух ударов они убиваются. Блин, такие маленькие гады, а демоны бывают. Так. Кто линялый? Что было? Какой-то звук. Там. Что мне не нравится, как они меня пробивают, эти линялые. И нахрен. Стой! Да попади! Чё ж ты так мажешь? Нет, или подожди, или она попадает, но просто они крепкие. Все, походу, жопа пошла. Эти линялы, они довольно жесткие ребята. Они дамажат хорошо. Раз, два. Дамажат они и хорошо, и попадают часто. Вот что главное. Да, ситуация. Банка. Хоть такая. Опять эти ублюдские гады. Ненавижу их. Твари. Тихо, 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 тихо. Сойди, ты чё? Свиток новый. Чё за ново? Хорошо. Шанс попадания 24%. Свит от магии, радиусу света. Чё-то я такое уже находил недавно. Было дело. Линялый, блин. У меня это уже броня скоро не будет спасать. Надо будет что-то получше где-то мутить. Ой, блядь. Там херова гора. Не помню я, в какую, в трешку, по-моему, играл. Там был вроде автоподбор включен золото. Или что-то такое. Или нет. Что я путаю, наверное. Ну, ой-ой-ой. Снова эти скотины. Это неплохое, кстати, место, чтобы их перебить. Куда ты идешь? Соберись. Идем сюда. Сука. Так и знал, что он встанет и будет кидать. А не побежит ко мне. О, не-не-не-не, там еще и босс ихний.
все, завязывай с бросками. Они прям через дверь кидают. Как так? Как увеличивается дальность? Что за бред? По-другому не могу назвать. Непонятно. Ладно, сейчас я их убью. У меня есть вот этот вот чувачок. Они будут стоять в меня пулять, а я в них сейчас поставлю прямо рядом с ними. Три штуки. И все. Ничего они не смогут сделать. Но меня интересует больше квесты. Будут ли, нет. Я могу тебе помочь. И еще какой факт немаловажный. Вот эта каска, она очень хлипкая. Только защиту от магии дает, и два ко всем качествам. Я могу тебе помочь. У него, походу, так и не обновилось все. Да. Я не знаю, что должно произойти, чтобы у него обновились вещи. Чую душу в поисках ответов. Давай, наверное, вот так сделаем. Ага. Я так этому. Продать. Свиток новый тоже. Ой, хорошо стоит оно. Оно, то есть. Вот это все сейчас еще Гризвальду отгоним на продажу. Пойду дальше. Я могу тебе помочь. Золотой амулет. 24%. 300. Хорошо. Очень хорошо продался он. Да, золото постепенно вытесняет. Ну, я думаю, покупка какой-нибудь одной вещи из золота, и все, и пустой будет этот. Вот такая кучка останется обычная, все. Так. Надо выкупить, где они? Пух-пух-пух-пух. Не достаешь туда, туда нет. А так... А так, вот и хорошо. Вот и хорошо. Вау. Что там выпало? Ну где, где, где? Кстати, а там не все упали. Сила выше сделаем. Там еще что-то подсвечивается, бегает. Длинный боевой лук. Давай, давай. Чик. Чик. Кто-то откинулся из них там. О-о-о! Давай прям так три штуки туда ставим. Все, зассали, они убежали оттуда. Конечно. Ничего не могут сделать с этим. Как его зовут? Защитником. Хорошо. Я же говорил, сделаем их. Это просто вопрос. Небольшой вопрос времени был. Пул, кстати, не могу одеть почему-то. На 4.8 неплохо. 18 к магии. Не очень такое себе. Понятно, сейчас они там двери сами пооткрывают.
Эти кислотные чуваки, конечно, очень опасные. Но с ними разбирается спокойно. Вот этот вот скилл. Вот этот. Охранник. Кольчуга 20. Неплохо. Что все 20, 24. До аркейна никак не могут дотянуть они немного. Так, опа. Давай собьемся с этими тремя. Не, с тремя не получится, они обходят. Да, надо уходить. Кувалда уже могу одеть по силе. Хорошо. Уже пробивают. А вот это второе что? Такое же. 120 зелье восстановления. А, маленькие вот такие баночки. Конечно, его оставлю. Здравствуй, друг мой. Послушай мои рассказы. Приветствую тебя. Периодически надо подходить к чувакам. Могу тебе помочь. Мало ли квесты там какие-то будет или что-то новое. Я чую душу в поисках ответов. Так, так, так. Свиточек оставляем. И думаю, на этом серию закончу. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока.